Здравствуйте, меня зовут Хатунцев Антон, я создатель канала Мульчер ЦФО. Этот канал был создан для того, чтобы делать обзор на специальную технику, которая занимается расчисткой территории от древесно-кустарниковой растительности. Я могу быть полезен клиентам от самого маленького заказа, допустим, дачные там 6, 10, 15, 20, 30 соток, а среднего заказа это 10, 30, 50 гектаров. И более промышленные объемы это от 250 гектаров и выше. К нам часто обращаются клиенты с запросом, сколько будет стоить расчистить дачный участок. У меня есть несколько предложений, я могу рассказать, как можно собственными усилиями, не нанимая отдельные компании, отдельные какие-то структуры, как можно этот участок расчистить собственными усилиями. Допустим, участок 6-10 соток. Вы собрались строить баню, собрались строить дом. Для этого вам нужно получить разрешение на выпиловку деревьев на вашем приусадебном участке. Просто так взять и стар-дарары спилить деревья на вашем приусадебном участке не имеет права ни сам хозяин участка, ни кто-либо. Для этого нужно получить разрешение. Разрешение получается в администрации населенного пункта. Если это город Москва, то это департамент природопользования. Если это Московская область, то нужно обратиться в администрацию именно того населенного пункта, где вы проживаете, и получить разрешение. Если вы находитесь в регионах по России, то в зависимости от населенного пункта, города, области, нужно найти департамент по природоохране и получить от них бумажку, разрешение. Иначе, когда вы начнете пилить деревья на вашем участке, соседи или просто мимо проезжающие люди, кто-то может взять и пожаловаться. И такие дела уголовно наказуемые. Нанимая специализированную компанию в наше время бывает дорого и не по карману. Поэтому есть очередной такой совет. Можете найти самозанятого человека с опытом работы и договориться с ним о том, чтобы он спилил деревья на вашем участке, попилил их на мелкие чурки, допустим, для дров, и оставил у вас где-нибудь сложенное в кучках. Эти деревья попиленные можно использовать или для бани, или для шашлыка, или просто отдать вашим знакомым или друзьям. Утилизировать порубочные остатки можно, вызвав уже специализированную компанию, взять эту машину в аренду со специалистами, которые будут подавать в рубильную машину, и все это передробится в щепу. И щепу далее вы будете использовать для удобрения на своем приусадебном участке. После выпиловки, складирования деревьев и утилизации порубочных остатков у вас на участке остаются корни. Есть два варианта. Более дорогой вариант – это вызвать гусеничную самоходную машину, которая удалит эти деревья, углубившись на 40-60 сантиметров в землю, и уничтожит корни, перемешав их с землей. Вариант номер два – это вызвать экскаватор, который стоит 12-14 тысяч рублей в смену, и он за одну-две смены выкорчивает ваши корни и складируете их в кучку на вашем приусадебном участке. К нам часто поступают звонки от фермерских хозяйств с просьбой помочь им замульчировать территорию 10, 15, 20, 30 гектаров. Я задаю вопрос, или наши специалисты задают вопросы, интересуются кадастровым номером, фотографиями, видео, фотоматериалами. И после того, как мы осматриваем эти материалы, мы понимаем, что это поле сам фермер может сделать своими силами. Если у него есть, допустим, трактор, дисковая борона, и кустарники, которые произрастают на его полях, достигают диаметра толщины 2-3-4 сантиметра, их можно своими силами, с собственным трактором продисковать. И все это перемешается вместе с корнями, с ветками, перерубится и останется как удобрение. Мульчер в этом случае не стоит вызывать. В каких случаях фермерским хозяйствам нет смысла тратить собственные ресурсы на возделывание земли и расчистку от древесно-кустарниковой растительности? Первое. Если площадь участка не очень большая, допустим, это 15 или там 20 или 50 гектаров, и на вашем участке деревья разных диаметров, вы не сможете дисковой бараной все это расчистить. Второе. Если площадь ваших полей уже более высокая, 250, 300, 400 гектаров, и на ваших полях нужно делать все комбинированно. Комбинированно – это значит, что на ваши поля потребуется разный тип мульчеров. То есть в каких-то местах у вас заболоченная местность, вам понадобится гусеничный мульчер мощностью 250-300 лошадей. На каких-то участках вам понадобится колесный мульчер, но вы же не знаете, что на этот мульчер, на трактор, нужна лесная резина. Если вы будете своими тракторами без лесной резины мульчировать, ваши колеса будут постоянно прокалываться. Вот. Тем более, если даже на колесном мульчере
мощность трактора будет, допустим, как у МТЗ-82, там 82 лошади, или МТЗ уже более мощные, которые там 180 лошадей или под 200 лошадей. Эти трактора, они, ну, не в силах сделать деревья, которые будут 25-35 сантиметров в диаметре, и у вас постоянно будут стачиваться зубы, и техника будет ломаться. Будут ломаться карданные валы, будут ломаться валы отбор мощности. Вот в этих случаях вам не стоит самим заморачиваться. У нас есть под эти нужды разного вида мощности техника. Гусеничная, колесная, плюс мы еще эксплуатируем гусеничные бульдозеры, гусеничные экскаваторы, и мы готовы работать круглосуточно. Таким образом, мы экономим ваше время, и по максимуму, по очень высокой скорости мы введем ваши земли в эксплуатацию. А теперь я расскажу вам, в каких случаях стоит вызывать конкретно нас, нашу организацию. Допустим, вы организация, которая владеет или обслуживает, или эксплуатирует газопровод, нефтепровод, просто трубопровод, теплотрассу, автодорогу, железную дорогу. Вам обязательно нужно обслуживать полосу отвода близ прилегающей дороги. Вам обязательно нужно опиливать древесно-кустарниковой растительности. Допустим, вы обслуживаете линии электропередач, вы являетесь поставщиком электроэнергии. Вот в этом случае вам стоит звать нас. Мы полностью готовы предоставить необходимую документацию. Мы зарегистрированы на всех площадках. Мы работаем уже несколько лет в этой сфере и уже имеем огромный опыт. Мы имеем разную технику: гусеничную, колесную, бульдозеры, экскаваторы. Мы не пользуемся подрядчиками. Мы работаем круглые сутки. У нас есть уже огромный накопленный опыт по расчистке сельхозземель. Помимо промышленных структур, мы обслуживаем сельскохозяйственные. Допустим, вы владелец яблоневых садов, и ваши сады уже пережили время, и ресурс этих яблонь закончился. Вы собираетесь сажать новые яблони, новые сливы, новые кустарниковые растения. И у вас очень большие площади. Вот. Мы готовы именно по яблоням отнестись к этим работам индивидуально и в кратчайшие сроки запустить работы. Сейчас я выдам вам информацию. Если ваш участок составляет площадь от 1 до 10 гектаров, каким образом можно сделать этот объем работ, обратившись в профессиональную компанию? Я сейчас могу рассказать последовательность действий, которые будут происходить на вашем участке. Вам нужно вызвать нашего эксперта для осмотра и обследования вашего участка. Если, допустим, сейчас у нас в условиях пандемии специалисты не могут выезжать, то вы можете прислать нам видео, фотоматериалы, кадастровый номер. После этого мы оцениваем и даем вам предварительную стоимость. Далее заключаем контракт. Далее выезжает бригада пильщиков. Параллельно с бригадой пильщиков выезжает спецтехника. Пильщики валят лес, спецтехника складирует лес в штабеля. Далее выезжает измельчитель веток с бригадой, которая утилизирует ветки, превращает все это в состав в щепу. Далее приезжают контейнеры. В контейнеры мы грузим щепу. Далее мы привозим экскаватор, выкорчевываем корни. После выкорчевки привозим мульчер, мульчируем, и от мульчирования корней остается щепа, которую мы также контейнерами вывозим. Потом приезжает грейдер, который планирует ваш участок, и оставшийся мусор с щепой вывозит. По окончанию работ мы с вами встречаемся или созваниваемся удаленно. Вы подтверждаете выполнение работ и оплачиваете выполненную работу. И в итоге, под конец, я хочу подчеркнуть: скупой платит дважды. Не экономьте, лучше обращайтесь к экспертам. Даже если этот участок маленький, средний или большой, лучше позвоните, посоветуем, дадим какое-то решение, определимся со стоимостью и поможем вам сэкономить время и деньги. С вами был Антон Хатунцев, канал Мульчер ЦФО. Если у вас есть вопросы, оставляйте эти вопросы в комментариях, я на них сам лично отвечу. Если вам необходимо, пишите в WhatsApp 8 925 575 5929.